Так. Ну что, друзья, продолжим наше путешествие. Пойдем шаман Тинсей. О, тут что-то по дороге. Какие-то пацаны воюют. Не знаю, кому помочь. Нормально. Какие-то еще вопли. Ладно, забираем все, что плохо лежит. Так, этого я обыскал. С тебя шкуру я сниму. Тебя тоже обыщем. Нормально. Медведь. Я смогу его завалить вообще? На тебе, животное! Хорошо прокачал. Хоп, 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 хоп! Саньку за испух! Иди вон! А, он меня зажрет сейчас! Вот это медведь! Да, вовремя я прокачал, что можно на ходу жрать. Или она была прокачана, не знаю. Ну все, медведя завалил. Я, крут. Мишка Гами, блин, чуть не порвал мне жопу до бровей. Так, вижу копье свое. Копья дефицит. А я могу еще сделать копья? Мне только два копья, к сожалению. Ладно. Ой, еще шкуру. Так, ладно, продолжим наше путешествие. Наше путешествие пролегает вот сюда. Так, ну медведя я завалил. Я уже крут. Рождение прошло. Что такое? Ё-моё, не-не-не, я второго медведя не потяну. Я предпочитаю свалить. Ёлки-палки, он догоняет, пацаны, пацаны, пацаны. Мансуем, 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 мансуем. Мансуем, мансуем. Лечить, 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 лечить. Чё делать, чё делать, чё делать? Хоп, 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 хоп. Давай, 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 давай. Не-не-не, уходим, мансуем. Мясо, 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 мясо. Хоп, 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 не получилось. Походу придется с ним вступить в бой. Два копья. Лечимся, лечимся, лечимся. Лечимся, лечимся, давай. Уходим, 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 уходим. Мансуем, мансуем, мансуем. Давай, 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 хопа. Хопа. Блин, потому что я хоть и его стрелы успел попинать. Давай, давай, давай. Мясо еще. Нет, нет. Только не это. Только не это. Так, а мы продолжим искать шамана. Мишка нас убил. Покоцал. Негодяй, Мишка. Так, куда-то не туда иду, мне кажется. Вот нам надо туда. Ага, вон, а вон он и медведь. Блин. Вот и как его обойти? Дорога-то только одна. Так, эти овцы, хер с ними. Там вообще два медведя, слушайте. Надо как-то аккуратно. Двух медведей я не затащу. Это одного не затащил. Не, одного, в принципе, я затащу. Но это надо быть мега аккуратно. По-моему, они бодаются. Либо совокупляются. Одно из двух. Не хочу проверять, чем они там занимаются. Ну и фиг с тобой. Ой, не то. Я почти на месте. Каменные палы.
опять какая-то штука. Непонятная штука. Цветочки мы возьмем. Лишним не будет. Прикольно. Тоже заберу. Что за рука? Плюс к навыку. Рука дальше. Рука дальше тут, да? Один из 100, еще два для того, чтобы получить награду. Прикольно. Ладно. Так, нам нужно забраться наверх, я так полагаю, или чё? В пещеру. Есть что-нибудь ещё? Нету. Тут, как ни странно, но в пещере светло. Шаман. Чего предлагаете мне его сейчас убить? Уважаемый, уважаемый. Что такое? Ты что, шалёй? Слышь? Сильный дух, сильный дух. Ты чё, шальной? Отстань от меня. Где он? Блин, что-то он какой-то, по-моему, он что-то принял. Кто ты, человек-волк? Я Тинсей. Приятно познакомиться. А я Викс. Я звать сильный дух, медведь, носорог, тигр, затем появится ты. Ух ты! Ха, ничего себе, ты так просто мышу. И цедит в крови. Кровушки. Я знать безопасное место, ты иди туда, Тинсей. Нет! Нет! По щам его надавать. Руку? Какую руку? Ты что творишь? А потом она будет жевать недели две, а то и три. Нацедил крови. Я думаю, это норм. Ты пить из засуда жизни. Да пиздец, ты вообще наркоман. Кровище нацедил разные. Фу, вот это мерзость. Ё-моё, ты так и знал, что отравит. Мерзкий шаман. Видение звери. Найдите проводника. Да, по-моему, я под кайфом. Чё-то сама со мной сделала нездоровая. Ух ты, сова. О, ты-то нам и нужна, походу. У мужика приход вообще просто огонь. Нет, куда это? Куда это он меня за... Ё-моё. Загнал, я лечу, я лечу. Это что-то невероятное. А я ещё могу управлять. А вниз, вниз. О. Все, я приноровился. Опа. Я туда же. О-о-о! Вниз, 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 вниз. О, нормально. Вот это у мужика приход вообще. За наркотики, кровище он, крысы своей и еще к чьей-нибудь. И все, у тебя будет приход покруче всякого герыча. Ё-моё! По-моему, приход закончится, придется плыть. Следуйте за проводником, а где он? Я его потерял. Ух ты. Прикольно.
Че, тебе должен пешком бежать? Крылья мне дай. Крылья мне запили. Не, ну слушайте, красиво. Ничего не могу сказать. По поводу графики. Смотрится очень приятно. Ну и что ты мне, Филин, скажешь? Родной. Ты показать мне. Опять я полетел. Что за глюки? О, я убился! Даже так можно? Ну, дубль 2. Те знают, что можно убиться. Я думал, нельзя убиться. Ладно, будем аккуратней. Летим за ним. И аккуратно летим. Приход приходом, а убиться можно. Ё-моё! Как он так хорошо летит-то? Опять куда-то меня. Какой-то клакус. Лечу за ним. Очень нездоровая хрень. Что такое? Что происходит? Кто все эти птицы и звери? Все, приход закончился. Опять ты тут. О, тут уже серьезные звери. Животные. Блин, полегче. Вот он, Мишка. Приручить. Ага, я смогу приручать. Понятно. Теперь быть моим глазами в небе. Быть моими глазами в небе. Видение звери. Видение. А, видение звери завершено. Понятно. Изучение навык носить на мамонте, и вы сможете оседать мамонта. Зайдите к нему. О, прикольно. Нужно выучить. Отпускает его. Потихоньку. Не сон. Дух совы называть тебя хозяином зверей. Хозяин зверей, да! Ты иди, хозяин зверей! Усмирить дух духов! Заставить их помочь тебе! О, шаман! Ох уж этот шаман! Хозяин зверей, ты укротил сову, сможешь укротить воющего зверя. Чё за загнилую туфту ты мне загоняешь, мужик? Редкий кожаный шлем. Задание добавлено. Меню карты. Шаман Тинсей. Хозяин зверей, да? Ну, это хорошо. Тут что у нас? Мясо есть, есть. Ладно, на выход. Ух ты, у него там что-то висит. Или нет? А, не лежит. Красник. Какая-то животинка. Чё? Что-то проскакивало, мне показалось.
оказалось. Так, как выйти из той пещеры? Это лабиринт. Жик. А. Не, нет, взобраться, чем забраться. Где, слушай, я заблудился тебя тут. Ой-ой, горю, горю, горю. Угребанный лабиринт. А, во, вот он, выход. Так, я думаю, нужно понаделать. На выход. Можно нажать Z, чтобы вызвать сову и осмотреть окрестности. А давайте попробуем. Ух ты! За неохотники лететь медленней. Охо-хо-хо-хо. Тут ребята ходят. Недалеко. Точка маршрута за неохотника. Прикольно. Послать зверя. Так, значит, они ходят около пещеры, да? Так, бросить бомбу. Выбрать бомбу. А, пока бомб нету. Выйти. Так, значит, тут ходят какие-то гопники. Гопари ходят всякие. Не знал, что его убило. Хоть сюда, сюда иди. Ты чё, Вася? Хорош. Сосова тебя выдала. Все, вас было трое. Точно знаю. Я слышу. Я третьего слышу. Ага, вон он там охотится. Опа, опа, что такое было? Ха-ха-ха. Ну, бас. Чё у тебя есть? Камушек возьмем. Поохотился, да? И свободен. Так, ну мы тебя похороним. Почти по-человечески. Слушайте, кто-то еще. Ой, блин, а то медведь.